Серьезно? Нормально. Че? Играйте по-своему, так, экспериментируйте, пытайтесь по-разному справиться с трудностями и врагами. Если вам встретилась запретная дверь, вы можете поискать пропуск от нее или придумать что-нибудь еще. Получая новые навыки, вы расширите свой список доступных возможностей. Так, окей. А теперь вы мне скажите, пожалуйста, где тут эти сраные какофонус или как их там, мимики, короче. Ошибка. Так, а почему ошибка? Требуется хакер один. Ага. Сука, как прям как знал. Ну не просто же так тут два стула, правильно стоит? Так, вышлите статью. Ага, написали Алекс и Морган. КС и в двух словах. Угу. Блин, ну тут реально... Ты твою мать, хватит. Сука. Блин, бешеная. Так, значит ты... По мордам ему. Отлично. Так, значит, это хрень их дестабилизирует, правильно? Отлично. Так, давай перезагрузим и перезарядим. Так, шахта. Кулер. Ну, давай выпьем, что. В принципе. Так, ладно. Еще кофейный столик. Заметки по ходу. Так, слова. Заказать тесты. А, снова заказать тесты. Так, лечи под наблюдением. Ага. Испытание на воспламененный. Че, на воспламеняемый. О, хрен с тобой. Так. Пароль. Комната АБ. А. Погоди, пас, типа, прошел, не прошел, фейл в последней комнате. 2-23 в обеих комнатах, во всех трех комнатах фейл. Так. Ты охренел, что ли, мать твою? Иди к черту. Сраные мимики, как я вас ненавижу. Так, сегодняшних. Угу. Вас приговорили к смертной казни за ваши поступки. Что вы при этом чувствуете? Спокойствие ему. А, ну это то, что я тест проходил. Так. Доктора Ю младшего. Ага, то есть все-таки братик старше меня. Полезных результатов. Угу. Да, я тоже это заметил. Окей. Новый пропуск. Так. Че, я типа могу теперь пройти вот тут? Отпереть. Это нахрен. Пошли, лучше вот это проверим. Что за нахрен? Это был фантом. Тифон Антрофантазмус. Не останавливайтесь. Мысля. Какой нахрен фантом, Астрофантазмус? Какой нахрен фантом? А, или он про вот этого чудика говорил? Так, ладно, допустим. Подожди, чё? Да... Уйди. Отрывок из книги доктора. Ага. Глава первая. Подожди, чё?
Ремонт большинства объектов на борту Талос-1 можно починить, если у вас есть навыки ремонта и запчасти. Чтобы починить объект, нажмите кнопку G и удерживайте ее, пока ремонт не будет завершен. Ага. Но у меня нет, да, сейчас этих навыков. Мимик. Мысля. А, вот это. Чищ. Гипс-пушка. Гипс-пушка, так. Гелевая иммобилизированная переносная система. Гипс-пушка. Транстар выводит из строя или обездвиживает цели, не причиняя им вреда. С помощью гипс-пушки можно также гасить пламя и временно устранять пробои электроизоляции. Ага. Способна выдерживать человеческий вес. Чтобы выстрелить из гипс-пушки. Ага. Непрерывный поток пены. Понял. Ну, типа она застыла. Окей, ладно. Так, подожди, а куда мне надо-то? Там лифтов нету. Чего, прости? 5 штук? Вы охерели, что ли? Говоришь, забраться, да, можно? Ну вас нахрен. Давай пополз отсюда. Так. Так. Ну вас нахрен, 5 мимиков. Я, блин, лучше заберусь на лифте. О, запчасти. Получается, мне только этот, да, ладно, прокачать навык. И все. Угу. Так, давай вот это сделаем. Так, хоть как-то можем отбиваться. Мимик. Так, надеюсь, он внизу там был. Фу, блин, какая же стрёмная игра. Так. Шокер-ошеломитель. Шокер-ошеломитель, батарея для ошеломителя. В смысле, а, типа, подожди, а у меня не шокер-ошеломитель? Шокер-ошеломитель, 875 боезапасов. Боеприпасов, так. 336 боеприпасов, окей. Банановая кожура. Так. Тут ничего нормального. Маркеры. Волонтерс. Волонтера. Ей, welcome. Ой, блин, чувствую, мне сейчас сделают welcome, если я спущусь, да? Раз, два. Так, ну это, там их всего 5 получается, правильно? Раз, два. Так, а где остальные? Два. Этот второй, правильно? Или третий? Так, не надо меня замечать. Странно это все, ладно, похрен. Мне все равно походу туда нужно. Так. Подожди-ка. Здравствуйте. Что такое? Баллон для гипс-пушки. Отлично. В смысле кабинка, блин? Два хранили, что ли? Как выйти? А, вот. Отличный выход. Можно как-нибудь просто стекло разбить? Тихо. Морган, Так. там, в фойе. Ну, возьмите 5. нейромод, лежащий в витрине. Нейромод Обычно в он витрине. поддельный, но я подменил его настоящим. Так. Нейромоды очень важны. Без новых способностей вы не выживете. Я уже загрузил в ваш транскриптор список того, что вам нужно. Взгляните. Новая задача, вот и чё. Все вот-вот изменится. Угу. Меня сейчас, блин, кое-что изменится.
с этой игрой. Кулер. Нахрен, лучше все проверять, серьезно. Сука, как знала? Мразь. А где настоящая книга тогда была? Нермо, 30 метров, окей. Мы еще сходим туда. Транскриптор. Нажмите L, чтобы прослушать. Так. Роберт? Элис, слава богу. Больше никто не... Где вы? Прячусь. В конференц-зале. Я не могу... Господи, вы все еще в лаборатории? Не могу выбраться. Тут... Где черти носят охрану? Я не знаю, что происходит. Роберт, вам нужно выбираться. Идите к лифтам. Говорят, мы эвакуируемся. Роберт? Тссс. Погодите. Кто-то идет. Mm-hmm. Подожди. А, он не убит мимиками. Он либо застрелен. Подожди, а как его убили? Дружище. В спине вроде отверстий нет никаких, правильно? Ну да, как тебя убили? Нормально. Так, да... А, подожди, то есть его нельзя включить? Я просто так ждал. Блин, обидно. О, мусорный бак. Так. Кто меня увидел? Ага, я тебя тоже увидел. Сказал, нахрен иди отсюда. Гаденыш. Жигать. Используется аптека, чтобы снизить здоровье, ага. Угу. Видишь, да? Заныкался он. Ну-ну. Ну-ну. Ага. Да в смысле, я же тебя проверял. Там не было никого. Тихо. Внимание. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Как? ХП. Разделить. Нет. Как съесть? Да кого перенести, блин? О, 4. Здоровье 25. Че это такое? Патрон 12 калибра? Нет, херня. Вот это. Это что, 5 здоровья восстанавливает? Хрень, хрень. Хрень, 5 здоровья, ладно. Фу, так, 5 здоровья. Похрен, короче. Раз, два, три. Следующий. Три. Отлично. 16%. 16 хп, охренеть, блин. Просто на каплях выжил. Так, давай аптечку съедим, нахрен. Чё, подожди. Сколько он восстанавливает? 24 всего здоровья восстанавливает. Блин, а я думал, он до хрена будет восстанавливать. Так. Не увидел второй знак. Так. Ты тоже, да? Нет. Квада. Ты чё такое? Арабы. Пылесос. Ага. Так, давай нейромод сразу же возьмем. Так, нейромод способности. Нейромод. Революционное изобретение компании Transstar, позволяющее вам освоить новые навыки и способности. Откройте ваш транскриптор, нажав N, и перейдите в раздел нейромода. Угу. Хорошо. О, ученый инженер. Так, что это такое? Терапевт 1. Так, благодаря вашим познаниям в медицине эффективность аптечек повышается до 150%. Во, это уже хорошо. Хакер.
Необходимый нейромода 1 позволяет обойти защиту компьютеров и роботизированные системы первого уровня. Ага. Сколько тут всего. Точный удар. Нанося удар разводным ключом, вы тратите на 25% меньше выносливости. Угу. Это что такое? Позволяет улучшать нестандартное оружие выше первого уровня с помощью наборов для улучшения оружия. Ага. Не оружие. Модификации костюма. Ремонт. Ага. Окей. Надо бы тут это вот выучить. Исследователь. Утилизация. Охранник. Стрелок. Адаптация. Ваш уровень здоровья повышается до 115, а выносливость до 105. Вы бегаете и крадетесь, крапкаетесь и ускоряетесь на 5% быстрее. Ну, такое себе. Вот это что такое? Аутопсия. Вы можете добывать более ценные органы из остатков тифонов и получать при них... из них при утилизации экзотическую материю, которая необходима для изготовления нейромода. Вот это тоже надо будет сделать. Так, ну давайте для начала все-таки, наверное, вот это вот сделаем. Да. Плюс у нас тут есть где вот это потратить. Куда? Ни хрена себе, что это? Мать твою за ногу, серьезно? Ты себе вот эту херню в глаз воткнул? Что-то у меня у самого аж глаз заболел. Да в смысле импровизировать? Отправляйтесь в главный холл. Нахрен пошел. Нести. Так. Толканы. Самое идеальное место как раз для меня сейчас. Курок сигары. Сигареты, неважно. А, ну да. Типа тут не будет тифона, ага. Сука, как знал, а? Стой, мразь. Что такое? Кофейный подстолик. Баночка. Серьезно, хочешь подобрать бумагу после? Я понял тебя. Ну, а почему нет, да, в принципе? Там кто-то сходил в туалет, а он после него бумагу подбирает. Колесо чё? Избранных функций. Ага, ну это я уже, да, это я уже понял. Так, и чё? Красная комната. Сюда получается. Подожди. Изучить, использовать. Ну, изучить. Нажмите F. Посмотреть. Мышь. Ну, посмотреть. Подожди. Посмотреть. Куда посмотреть-то? Цель холла, вы уверен? Ну, хорошо, ладно. Чем мне еще остается? Фу, блин. Стрём. Стрём. Сколько интересно сейчас. Уже стрим идет. Двенадцать, 17. Ну, где-то час получается, да? Хотя нет, подожди. Ну, 30-40. Наверное. Так. Хорошее начало. Вы выбрались. Я уже готовы понял. Готовы наконец увидеть реальный мир. В смысле?
точки. Ого, то есть мы в космосе, да? Прикольно. Так. Подожди, это живые люди там? Что за звук? Ух, ёпта, это космическая станция, да, целая? Нормально. Что за хрень? Будьте начеку. Доберитесь до своего кабинета. Я пометил его на карте. Там есть видеозапись, которую вам нужно посмотреть. Я знаю, что у вас много вопросов. Да до хрена, братан. У меня немного вопросов, у меня их до хрена. Во-первых, что здесь? Подожди, а мы выучили, да? Блин. Главное, выучил, говорю, у нас... Выучил хакера. Говорю, у нас тут есть куда это использовать. И ушел. Доброе утро, Талос. Твою Каждый мать. Сотрудник обязан ежедневно отчитываться о выполненной работе. Если вы не можете явиться на работу, оповестите непосредственного начальника. Погоди, чё? Турель? Блять, музыка. Внимание! Руководство станции объявило тревогу. Всем сотрудникам немедленно собраться для переклички и ожидать дальнейших распоряжений. Я реально сейчас сижу, играю на нервы, блин. Пойду сейчас сделаю этот... Открою как раз ту дверь. Помните, у охраны? У нас была закрыта. Вроде как первого уровня хакер нужен был, чтобы открыть ее. Вот. Открою, посмотрю, что там, и вернусь сюда. Но я говорю, это прям невозможно. Музыка накаляет, блин. Это еще баба где-то там начинает. Давай, давай, иди. Охрана там, все. Ужас, блин. Так. Отлично. Вот, вот эту вот будку я хотел открыть. Так, взлом. Чё-чё-чё. Навык хакер позволяет вам взламывать защитные системы кодовых замков и терминалов. Повысив уровень навыка, вы сможете взламывать роботизированные системы, например, турели и операторов. Для взлома быстро перемещайтесь. Чё, перемещайтесь? Ну да, в потоке данных с помощью VASD, чтобы достичь цели. Угу. Оказавшись внутри цели, нажмите требуемую кнопку, чтобы завершить взлом. Оп, окей. Ага. В смысле, а чё это такое? Что? Странно как-то. Ладно. Взять набор для улучшения оружия. Так. Во. Второго уровня. Блин, а можно как-нибудь без второго уровня взломать? Так, подожди. Пароль не найден. Хакер второго уровня. Тут больше нет ничего? Что на ней написано? Нет. Часы. Тут нет ничего, да? Ну да. Так. Получается, вообще толком ничего нет, да? Окей. Хм.
Пошли дальше, нервишки трепать. Давай уже, ну. Давай. Наконец-то поехали. Так, все. Знаешь что? Давай сохранимся. Ваши апартаменты. Угу. Хрен бы с моими апартаментами. Надо сейчас игру сохранить. Это главное. Опа, дверка. Здравствуй, мимик, да? Привет. Ой, ёжик. Все, довыеживался. Лучше бы сидел и не возникал. Диван взять можно. Зачем мне диван? Двое? Два охренели, что ли? Сука. Чё, еще один, да? Давай. Ну? Нет? Урода, блядь. Не, ну это просто... Говорю же, еще один где-то. Где? Тут же где-то, нет? Вот он, да, сука. Давай. Ну? Куда? Мышь, мразь. Да, убежал. Подожди, а что такое? Да откуда? Мать твою, а? Вот где он был? Орган Тифона. Вы серьезно ранены. Давай используем аптечку. Да кого? Ты используй. Ты издеваешься? Отлично. Так. Подожди. Это что такое? Странная хрень какая-то. Еще, подожди. Еще одно. Лампочка горит. Хрень какая-то, короче. Так, ладно. Типа сюда нельзя войти, да? Ладно. Туалета. Ну давайте, уроды. Нет никого. Не может быть такое место без какой-то херни. Ну, странно. Ладно, есть еще второй. Угу. Аптечка, да, лежит на входе. Угу. Так, ну-ка, дружище. Ладно. Уговорил. Поверю. Раз. Два. Что такое? Космический лифт. Отрывок из статьи доктора Анжелы М. Аллен. Лестница в небо. Ага. Окей. Унитаз, спустить воду. А. Все, да? Девочки. Понятно все.
Тупо аптечку, да, дали? Ну ладно. Подожди. Вот, императорский тюльпан. Нормально, тут кровище. Она за нас? Привет. Ага, то есть ты за нас, да? Пошли-ка. Говоришь, на Тифонов, да, охотишься? Это хорошо. Подожди. А что, не устанавливается? А, во. Ага. Установить. Что такое кофейный столик? Книжка. Сушеное мясо. Ну-ка, пошли. Сохранение. Давай, давай, устанавливай. Все, да. Так, ладно. Раз тут все нормально, пойдем дальше. Ну-ка. О, отлично. Паркур. Так. Привет. Что такое? Ну-ка. А? Сука. Вот как знал, а? Понял, да? А. Будешь знать, как со мной связываться. Удачи. Ну-ка, пошли. Пошли, пошли. У меня тут есть работа для тебя. Комната отдыха, да, говоришь? Для персонала. Блин, она не может как-нибудь заранее их обнаруживать? То лишний дамаг неохота вообще получать. Так. Серьезно? А кто меня убил? Мимик? Окей. Блин, ладно. Так. Внимание. Да ты прикалываешься, что ли? Ты вообще вовремя, да? Так, ну-ка. Ага, перенести. Давай вот так тут. 65%. Сука. А, то есть по мне еще и турелька своя дамажит. Ага. Ты у нас настолько косая, да? Я понял, хорошо. Я тебя услышал. Так. Ну чё, девочки, где вы тут все? Так, все. Нет, ничего. Стреляй, мать твою! Понял, да? Понял. Упрыгивает он тут. Серьезно раненый. Да сколько можно аптечек-то, ну? Аптечки не бесконечные. Подожди.
О, нормально. Доброе утро, Талос. Ага, напоминаем, что все сотрудники Талоса-1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Деврис обещает проводить его быстро и безболезненно. Угу. Да в смысле, я же кухню. Как вы затрахали уже? Все? Пришелец. Угу. Я бы этим пришельцам, знаешь, какую угрозу устроил? Ага, у меня все переполнено. Окей, давай поедим тогда. Раз, два, три, четыре, пять. Отлично. Что это у нас такое? Цветы сорта. А, цветы сорта. А, карликовый красный космос. Ага. Смотри, банан давай съедим. Так. Обыскать. О, бананчик. Привет. Так, тут больше ничего, да? О, кто тут есть. Супер. Подожди, это мы читали? Вроде как, да? А, ну правильно, меня что-то убили. Правильно, правильно. Так. А ты что такое? Поместить предметы в корзину. Типа обработка какая-то. Утилизация. Предметы, да? Это что такое? Скомканная бумага. Давай. Подожди. Разделить. Поместить в хлам. Оу, ёпта. Подожди. А типа это вообще не нужно? Ну ладно. Так. Утилизация. Ух ты. Хрена себе, что такое. Экзотическая материя. Органика. Здрасте. Ну, спасибо. Дорого, конечно, но тоже ничего так неплохо. Понеслись. Так, нет ничего. Тут есть возможность открыть? Нету. Окей. Значит, погнали обратно. Блин, какая же стрёмная игра. Фу. Понял, даже идти не хочу. Сука, мать твою за ногу. Устанавливай. Иди к черту. Давай, давай. Блин, какие же вы. Убивай. Убивай. Двое. Все, все, да? Все. Нахрен иди. Нахрен иди. Хрена их там набежала. Прикинь, если бы без турели был. Тут нахрен загнулся бы просто-напросто. В одиночку стольких, блин. Принимается. Тележка. Угу. Все, девочки, да? Узко. Нет, туда не пойду. Тут больше нет ничего. Поехали, ладно, дальше. Так. Поехали, поехали. Ты знаешь, постой-ка ты, пожалуй, здесь. Лишний раз заставать, что-то там собирать. Сколько тут нужно? Подожди. А взломать? Травмпункт. Ага, походу по этим, по сюжетке туда.